Здравствуйте, я Марина Климова. Хочу обсудить с вами тему бухгалтерского и налогового учета расходов на ремонт основных средств. Проблем здесь в этой, казалось бы, простой теме гораздо больше, чем может показаться, особенно с 2022 года. Благодаря новым стандартам бухгалтерского учета порядок бухучета расходов изменился. Ну а в налоговом учете эти проблемы всегда были и остаются. Так что обязательно явка на видеоконсультант, где вы сможете посмотреть соответствующий ролик.